Привет, с вами Crash Day Game. О, всем привет, Алинка. Что мы играем сегодня опять? Roblox? Какая игра? Да, Deep City. О, прикольно. А что тут делать-то? Тут можно сделать очень красивые скины. И можно тут даже классно разместиться в доме. Да? Тут да, давай можно... сначала сделаем скин. Короче, приодеться там, прическу сделать и разместиться в доме, да? Да. Ну так давай делаем, показываем все, что можно в этой так, игре. Так, давай сейчас нарядим себя красивенько и пойдем в наш дом. Ага, давай. Так, смотри, тут даже утка Лалафан есть только... Ну давай уже что-то, одежду выберем и дальше давай продолжаем. А то на одной одежде не будем застревать долго, да, Ринка? Да, ну я вам все показываю. Ага, ну давай, так, выбирай. Мне нравится вот такая вот красивенькая. Да? Ага. А если что, вот этот вот синий уберется, когда мы сделаем штаны. Так, а штаны пусть будут вот такие. Ага, хорошо, дальше. Стоп, а почему вот это синий? Я не поняла. Так, ну, давай... ты же выбрала. Я этого не выбирала. Арин, вот. Ну давай идти дальше, это мелочь. Все, вот это. Каждый выбирает по вкусу, вы видели ассортимент большой, да, Арин? Да. Так, лицо я хочу мое любимое. Давай, какое? Мое любимое, это сейчас я покажу, какое. Я его просто обожаю. Вот это. Угу. Дальше это у нас аксессуары. Так, и мы берем... Знаешь, какой аксессуар? Угу. Вот такой вот. Угу. Нет, давай уберем. И давай, знаешь, что выберем? Что? А давай я напишу этот фрог, потому что мы делаем скин с жабки. Ну давай. Фрог. Так, и возьмем вот такое вот молочко. А может быть очки жабки? Очки? Вот такие? Вот эти, да. Нет, давай, о, вот так. Прикольно. Ладно, да, давай сделаем вот это. Ага, ну что дальше? Дальше мы заходим в вторые, нет, даже в третьи аксессуары, и опять пишем фрог. Так, фрог. Вот. Вот такой вот, можно сказать, ошейник я хотела сказать. Ну, вы поняли. Угу. Что дальше? Вот дальше вот такая вот жабка, смотри, какая да, милая. Давай оставим ее. Давай. Давай цепочку какую-то теперь. Да, а вот же она. Ага. И вот такую жабку у нас будет она сидеть. Чисто такой фрог, да, у нас? Костюм фрог. Да, у нас фрог, да. Так, что дальше? Я хочу поменять цвет тела на нормальный. Ну давай, давай, какой только там? Только подожди, цвет тела? А чё? Ну, что не так? А почему? Что не так, Арина? А, всё, я поняла, теперь вот так надо. Ну, мы могли бы выбрать полностью новое тело, да? Ну, да. Ну, вот, выбираем везде бежевый цвет, и у нас, видишь, все потихоньку встает бежевым. И вот, оказывается, как надо было убрать эту штучку, да? Синюю. И теперь давай, знаешь, как сделаем? Сохраним так наш наряд. Ага. Так. И пишем фрог. Я в нее играла без видео. Она такая крутая. Я вообще от нее обалдела. Так, идем, покажу дом. И мы там будем скупляться. Арин, давай все поэтапно и детально по этой игре. Что тут есть? В что можно играть? Не просто аж одеваться до улыбки менять. Нет. Давай, все показывай. Все, дальше идем. Давай. Тут есть дом. Вот дом. Вот такие домики. Наподобие Adopt.me, короче. Да. Только тут надо самим строить. Угу. Давай, ну, что-то можем строить. Построим. Ну, давай, построй. Самое основное, что там. Холодильник, так, диван, телевизор. Так. И туалет, да? И телевизор. Душ. Телевизор. Ага. Вот так. Ой, переверни телевизор. Вот так. Ага. Так, дальше нам надо диванчик. Так, поворачиваем. Угу. И ставим вот сюда. Дальше давай тут сделаем холодильник. Угу, давай. Холодильник же обязательно надо. А как же кушать? Да? Угу.
Дальше берем столик. Такой подходит под столик? Да. И стульчик. Вот так. И знаешь, что самое крутое в этой игре? Да, то, что нам за игру ты получаешь, внизу пишется, за игру ты получаешь 50 монет бесплатно. Угу. Так, вроде бы мы тут все сделали, да? Да. Теперь идем в другую комнату. Следующая комната, это у нас будет спальня. Кроватка. Так вот. Дальше тумбочка. Вот так вот. Нет, вот так, да? Угу. А что она у меня не делает? Давай, зажми, зажми. Видишь, вот так надо зажать кулачок и передвинуть. Давай. А, ну-ка, короче, что, что у меня не делает? Или надо подойти так? Ну, короче, пусть будет так. Дальше настольная лампа. Угу. Вот. Так, и ковер. Давай телефон поставим вот тут. Давай. Он вот такой вот, видишь? Так. Хорошо, дальше. И ванную делаем. И все. И мы сделали дома. Так, вот берем, зажимаем. И вот так. И туалет, да, надо еще? Да. Унитаз, там раковина. И зеркало. Так, берем раковину и поворачиваем. Ой, пап, ну тебе да. Нравится эта игра? Да, прикольно так. Да, та, и самое крутое... Даже с дизайном, да, вот связано, да. Что ты можешь заниматься дизайном своим. Да. Так, зеркальце есть? Да, есть, конечно. Вот. Давай, поставила. Все, наш дом готов. Отлично. Так, я хочу обои поменять. Давай. Так. А, у нас только такие есть. Угу. Ладно, идем что-то обследовать, да? Да, давай. Какие-то локации. Мы сейчас перейдем. С домом понятно. Теперь ну, да, посмотрим, что понятно. Еще есть. Да. Я тут видела, тут есть больница. Мипсити. Да. Ну, давай все, только теперь уже быстрее, чтобы мы могли дом увидеть всю игру. Да. Тут вы можете что-то подкупить для своего дома. То есть обои, краска, полы. Материалы, короче. Да. Дальше. Тут вот такая вот красивая локация. И тут есть раз домик и два. И такие три. Макеты. Это называется макеты. Аринка, дальше выходим в следующую. Выходим и в следующей локации идем. Угу. Следующая локация у нас это мебель. Магазин мебели. Давай, тоже заходи. Тоже ассоциируется к дому. Угу. Что тут у нас? Тут мебель. Вот такая вот мебель. Вау. Прикольно. Двор, гостиная, да, вот да, спальня. Да, я хочу себе вот эту купить. Ага, давай. Так, давай купим, знаешь что? Что? Я хочу себе купить растение какое-то в комнату. Я просто очень люблю растения. Давай купим такое за 50. Давай. Или, ладно, берем за 50. Давай за 50. Берем. Угу, покупаем. Все, теперь у нас дом. Теперь это в нашем инвентаре. Следующая локация, это знаешь какая? Какая? Это жилой район, там где мы были, там где наш дом. Это мы уже показывали. Тут вот такой вот красивый мостик есть. И снег тут. И вот так вот убирать можно снег. Дальше что? Тут а вот, смотри, смотри, рыбки есть здесь? Можно ловить рыбалку, да? Да. Забросьте, а ну давай. Окей. Прикольно. Давай, оп, забрасываем удочку. Оп. А ну-ка, клюешь что-то? Нет. Да, а ну-ка, тяни. Так. Нет, не получилось. Угу, дальше. Вот так. Угу. Нет, никак, да? Не, никак. Вот я хочу, чтобы... Да блин, ты куда идешь? Почему я сюда не пошла? Почему я сюда не бросила? Давайте сюда... Ой, что мы сделали? Так, мы обратно надо. Так, забрасываем.
Да чё так далеко, я не понимаю. Знаешь что? Да. На планшете я, знаешь... Мы поймали рыбу. Ладно. Какая рыбка? Покажи. Какая-то новая. Я тебе потом покажу. Дальше тут можно ставить подросткам и обычный облик. И тут еще можно стать ребенком и тоже обычный облик. Я хочу стать подростком. Вот так. И теперь тут можно купить разные игрушки. Так, ой, чё так все дорого, да? Угу, ладно, давай велосипед возьмем. А велосипед же за 1000 аж. А у нас 150, тогда мы ничего не возьмем. Нет, карандаш. Нет, за 100. Ну ладно, давай карандашом. На карандаше будем кататься, да? Да нет, это ты не понял. Ладно, давай дальше, что там? Выходим. А ну ищем дальше, что там у нас. И теперь, смотри, у нас мы заходим сюда. Мои игрушки. И берем карандаш. И смотри, теперь тут рисует сзади. Видишь? Угу. Видишь, сзади рисует. Да, прикольно. И из-за этого я купила карандаш. Я его тоже на планшете скоро куплю. Дальше тут есть школа. Я ее прошла, но идем туда. И там pet shop. И мы себе купим потом своего питомчика. Загружаем мир Мип Сити. Вы так, кстати, можете написать. Так, дальше. Тут школа, тут разные награды. Тут администрация. Mm-hmm. Тут директор. Тут еще у нас... Учительская. Учительская. А туда нельзя зайти. Mm-hmm. Туда нельзя зайти. Так, то, что я вижу, это... Кабинет математики. Вот так тут. Есть даже учебник, калькулятор, линейка. И еще линейки. А где сейчас, сам класс? Там, сейчас, где учиться? Смотри, сколько тут народа. Все ученики собрались и не готовы учиться, нет, да? Потому что видишь, тут химия? Кабинет химии. А ну нажми, смотри. То есть это настоящая школа, такая вот, так, как бы, как карандаш. Разновидность Adopt Me, но только без пэтов, да? Угу. А ну, нет, тут тоже пэты есть. Давай смешаем ингредиенты. Ого, рвануло, вы видели? Да. Урок химии, это не шутки. Да. А ну-ка, сейчас. Мы выпили, и смотри. И сейчас как рванет, давай. А, это просто. Ко мне девочка соседка пришла. По парте, да, с какой, да, книжкой прикольной. Пойдем в следующий класс посмотрим. Смотри. Ой, как мой пиги, да? Воу! Ну что, пошли дальше посмотрим. Это был кабинет химии. А следующий кабинет у нас буфет. Перекусить-то надо на перерывах. Да. Ой, как и... Тут есть подносики, тут можно разные штучки себе купить. Тут есть столики, там, где можно посидеть. Кладовая уборщика. Тут разные убиралки и такое. Пап, давай займем себе шкафчик. Давай? Да. Один камилка, три. Все. Все, это твой шкафчик. Да. Вот так, и вот его можно открывать и закрывать. Ага. Дальше это кабинет рисования. Это мое самое любимое. Садись за парту. И тут можно что-то нарисовать за кабинет рисования. Я бы такой в школе хотела, но у меня то есть такой. Но мы бы хотели с маркерами настоящими рисовать, да? Угу, да, давай дальше. Тут есть книжки разные, и я на них залезла. Шикарно. Тут еще есть компьютеры, и вот тут сидит учитель. И под... Подсобка. Что это такое? Подсобное помещение. Вот бананы. О, бананы! Давай дальше пошли. Куда там? Жаль, что не авокадо from Mexico. Кабинет литературы. Так, заходим. Что тут?
Тут обычная штучка. Обычная доска, да. Я учитель! О, ты учительница. Детки, все садитесь по партам, урок начинается. Вот первая детка, никого да? Никого нету. Да, ну мы тренируемся. Так, да. Что у нас дальше есть в этой школе? Так, тут дальше. В этой школе есть все абсолютно. Мы что, назад пришли? Туалет. Я думаю, ну, это не надо показывать. Не, ну все знают, какой туалет. Давай. Ух, тут грязно. Ну настоящий школьный туалет, да? Подвал. О, прикольно. Тут, наверное, в коробках учебники. Ага, так, давай, спускайся дальше, ниже. Давай посмотрим, друг. Тут секретка. Давай посмотрим, куда она нас приведет. Конечно, интересно. Может быть, какую-то секретную комнату? Я не знаю. Директора какого-то, да? А знаешь что? Сейчас надо пере... О, мы в другой кладовке. Выходим, Маринка. Так, окей. Давай. Тут надо в раздевалку пойти. О, вау! Смотри, какой это автомат с водичкой. Давай водички выпьем. Давай. А их нельзя пить. Пап, почему когда ты только говоришь? Папа, я не могу вылезти отсюда! Ты серьезно? Выходи давай, выходи! Смотри, я прыгаю! Арин, выходи давай с другой стороны. А, опять туда, да. Угу. Опять? Не-не, да. А там была тоже дверь вроде бы, да? Где? А ну-ка выйди. Направо. Вот. А, не было двери. Смотри. Да, точно так. А ну подожди. Да, ты не можешь, ты не можешь выйти. Да, это как-то странно. Ага. Странно. Ну что, давай поднимайся наверх, да? Да. Угу. Так, давай опять пойдем. О, я знаю, как решить проблему. Давай, как? Центр, да. Опа, мы телепортировались в центр. Да, и показываем следующую локацию. Мид-сити, такой мультяшный сити. Вкратце, что тут еще есть такая? Ну, рыбку половить можно, школу можно. Пэт-шоп! Купить себе пэта, ну куда ж без пэта-то? Давай его попробуем купить. Давай, конечно. Так, у нас есть... Заведи мипа. Завести мипа. Цвет. Ну давай мип, да. У нас будет 100 или нет? Или мы на мели? У нас, конечно, будет 100. Только 100 у нас. Ну давай, завести, давай. А, это плюс. Ага. Так, давай выберем... Знаешь, какого цвета? Какое? Так, давай синенького. Угу. Нет, давай желтенького, вот такого. Давай. Так, давай напишем и давай его сделаем зеленым, как жабка. Да. Так, где зеленый? Вот. И напишем фрог. Фрог. Все. Завести за 100 монет. Давай, заводи. Оп, теперь... наш маленький фрог. Теперь у нас нету денег, но у нас есть мип. Фрог. Что, тоже неплохой вариант. Ну что, мы же фрог. Ну да, дальше что новенького? Хочу новенького. Так, школу мы смотрели. Горки, ну, тут, в принципе, все. Так, мебель, все. Вот такой вот. Подожди, жилой район, ну и там дома, и мебель. Короче, все понятно, вот такой вот маленький мир. Мип-сити, да, Арин? Да, мип-сити. Рыбку половить можно. И знаешь, что мы делаем? Мир настроения, да? Знаете... То, о, что... снег, смотри, можно на лыжах покататься. Говори, да. Доченька. Знаешь, что мы тут делаем с Дашей? Что? Это твоя подружка. Говоришь, да, ребятам, Даша, да? Это моя подруга. И мы с ней соревнуемся, у кого лучше скин. Ну у тебя скин оригинальный, Ариночка. Не, ну мы сейчас не ссоримся. Итак. С вами был Крошик Дэй Гейм. Ставьте лайк и подпишитесь на канал. Всем пока-пока. До встречи в новом видео.